Жданову около 200 лет. Он и стар, и молод. В нем прекрасно соседствуют прошлое Мариуполя и сегодняшний день, жемчужины индустриального края. Трудно сказать, кому здесь больше нынче почтение, металлургам или морякам. Но и те, и другие люди в Жданове уважаемые, их труд в особом почете. Каждый третий житель работает или на заводе Ильича, или на Азовстали. Ну, а морское дело, оно традиционное. Сейчас в Жданове строится крупнейший в Союзе толстолистовой прокатный стан 3600. Недавно, на 6 месяцев раньше срока, получен первый лист. Ждановцы говорят с гордостью, что и самый мощный в мире конвертер будет создан также в их городе. Эти кадры мы снимали в обычный рабочий день. Те, кто был на смене, плавили металл, принимали и отправляли морские грузы, готовили к отправке очередную партию новых железнодорожных цистерн. Ну, а кто свободен, отдыхали. Сейчас только в черте города более 25 километров хорошо благоустроенных пляжей. Большинство предприятий имеет свои санатории и дома отдыха. Хорошее настоящее у Жданова, но будущее обещает быть еще лучшим.